Добрый день, Мустафа. Меня зовут Марио Мариани. Я итальянский композитор и пианист. Очень приятно услышать вас, ваше выступление. Замечательно, когда начинаешь играть на инструменте. Я помню свой первый день, первый раз, когда я открывал для себя пианино. Это замечательный инструмент. Ясно ваше отношение и ваша концентрация. И я вас поддерживаю продолжать учиться, изучать и слушать много музыки. Потому что лучше, когда ты чувствуешь музыку, которую ты играешь, вместо того, чтобы только играть ноты с партитуры и затем играть с глазами и пальцами. Нужно играть сердцем. Рекомендую вам даже слушать музыку на радио, телевидении, телефоне, в наушниках и попробуйте играть с этой музыкой. Попробуйте импровизировать, почувствуйте свою музыку. Таким образом, играйте свою собственную музыку и музыку, которую вы читаете с партитуры. Наилучшее вам пожелание – это начало прекрасного, долгого путешествия, которое длится всю жизнь.